Хочеш бути щасливим – будь ним. Цей прекрасний вислів Кузьми Проткова для багатьох наших односельців став своєрідним девізом по життю. Практично щодня кожному з нас випадає нагода і можливість побачити, відчути красу, радість, природну гармонію, родинне щастя. Якщо людське серце відкрито для відчуття цих надзвичайно сильних поштовхів Божої благодаті, тоді можна цілковито впевнено сказати, що дана людина живе повноцінним, насиченим, багатогранним і цікавим життям. Саме таким для себе його знаходить наша героїня – прекрасна, успішна, сучасна жінка, яка щодня отримує насолоду від того, що створює затишок і сімейну гармонію у своїй власній родині. Катерина Петрівна Махіненко – інженер-проєктант за дипломом і майстриня з декоративної флористики за душевним покликанням. Ці дві професії чудово уживаються в одній особі. Вони надзвичайно різні, як полюси на земній кулі. Але ж, можливо, саме завдяки цьому з-під талановитих рук цієї тендітної жінки і народжуються такі прекрасні, квітучі, затишні композиції. Ідеї їх створення з'являються миттєво, говорить Катерина Петрівна. Інколи фантазію і натхнення отримує від сімейних мандрів по іншим країнам, інколи після чергового родинного свята. Кожна моя робота, вона посвящена для якогось чоловіка. Человека, которого я люблю. Я приурочиваю это к дню рождения, к дню учителя. Мне хочется, приурочиваю это к дню учителя. Мне хочется сделать этим людям нечто красивое, нечто приятное. Потому что на моем пути всегда встречаются замечательные люди. Люди, которые умеют преданно дружить, душевно сопереживать и по-настоящему чувствовать все красивое и прекрасное. Потому что такие композиции мне хочется, чтобы дарить тем людям, которые понимают красоту, которым это понятно. В моей жизни я состоялась благодаря людям. Люди мне всегда помогали. Вот все, вот другие, ну, у многих это как-то они что-то пытаются добыть, что-то отобрать. У меня такого никогда не случалось. Я приходила, и мне все говорили: я дам тебе, я сделаю тебе, я подарю тебе. Вот сегодня у меня есть повод сделать людям что-то приятное, отблагодарить их. И я говорю, вот спасибо, знаете, вот, вот сейчас у меня очень, сегодня у меня есть именинник, которому я, ну, обязана. Это Сергей Михайлович Любченко. Человек, который поверил в нас, в нашу семью. Мы пришли двое молодых специалистов, под ногами у нас ничего не было. И человек, который сказал, я вам дам работу, я вам дам квартиру, я вам дам жилье. И вот действительно, я ему в ноябре месяце, он именинник, он был моим наставником на протяжении многих лет работы в РЭСе, он создал свою команду. Сейчас мы работаем уже вместе, в единой команде, у нас свое дело. Но начало у нас было в Овидиопольском РЭСе. Конечно, для такого человека мне очень хочется сделать композицию. Силу творити, фантазувати, знаходитись у творчому пошуку дає жінці родина – велика, дружна і сильна. Катерина Петрівна разом із чоловіком Юрієм Андрійовичем виховують трьох синів. Старший Михайло працює в банку, середній Олександр є нині студентом третього курсу Одеського політехнічного університету. Менший Іван навчається ще у школі. Показуючи сімейні світлини, грамоти та дипломи своїх дітей, наша героїня зізналася, що її чоловік з синами є надійною опорою для неї в житті, її крилами, щастям, нагородою та розрадою. А тому абсолютно нормальним стало й те, що родина підтримала декілька місяців тому жіноче бажання займатися найдавнішим мистецтвом, яке розвиває внутрішній світогляд и несе в себе лишь красу. В процессе нашей жизни он всегда поддерживал меня, всегда мог подставить свое мужское плечо. И как-то так вот мы идем по жизни, и всегда мы имеем возможность договориться. То есть вот даже то, что мы построили этот дом, и то, что мы воспитываем троих детей, успешных детей, ну, я ему за это очень благодарна. У вас трое мальчиков. У каждого будет своя семья, каждый будет выбирать себе будущую свою половину. Вот какие вы, как мама, закладываете им ценности? Что должно быть главным в их семье? Что они должны беречь? Ну, наверное, я думаю, что мальчики, как правило, выбирают стереотип мамы. И я думаю, что то, что они увидели, да,
ну, какая я по жизни, то, наверное, они будут искать нечто подобное. Но, а вы хотите этого? Вы знаете, наверное, я очень хочу. Я даже часто, я человек верующий, я подхожу к иконе Божьей Матери, я очень люблю посещать церковь Кологлии. И я всегда прошу Бога: Господи, дай мне, пожалуйста, пошли моим детям такую девочку, вот как я. Может быть, я немножко себя преувеличиваю, но мне бы действительно хотелось, чтобы эта женщина была наделена качествами любить свою семью, создавать уют, работать, развиваться. Это не должен быть пассивный человек. Я очень хочу, чтобы у них была рядом спутница, которая очень активно жила, которая бы развивалась, которая бы любила путешествовать, развивалась всесторонне, там, в области знаний, в области кулинарии, как женщина. Ну, чтобы она нашла свою нишу, потому что детям на сегодняшний день никогда невозможно дать того, чего они не могут взять. То, что они видят, они возьмут и почерпнуть. Но навязать им нечто свое ты никогда не сможешь, потому что каждый из нас, человек, он приходит в эту жизнь со своей программой. Он берет от жизни ровно то, что ему нужно. Но я думаю, что у них рядом будут очень хорошие спутницы, потому что сегодня они дружат с девочками, которые мне очень нравятся, которые идут с ними по жизни, обогащают их. Они становятся добрее. Но в любом случае, я очень буду любить эту девочку, потому что за то, что она любит моего сына. Завдяки такому жіночому хобі практично вже всі друзі родини Махіненків отримали в подарунок від майстрині прекрасні квіти. Хтось на власний день народження, хтось на професійне свято. Але ж у будь-якому разі, як додає співрозмовниця, дарувати свої роботи не соромно і приємно, тому що вони прекрасні і від всієї душі. А це в творчості Катерини є головним лейтмотивом і стимулом. Когда я даю свою работу и говорю, что вот я для тебя сделала эту работу, то я прежде всего вижу такую радость в глазах, такое удивление. Знаете, вот проработав много лет с технической документацией, я никогда не получала удовлетворения в глазах людей. Да, мне люди были благодарны, что я советом, делом, словом помогу, подскажу. Это присуще мне. Но чтобы я видела сразу результат на лицо, это то, что меня очень сильно радует. Это то, что мне придает силы, вдохновение. И я прихожу домой и делаю снова работу. И жду следующего именинника, чтобы мне, ну, кому-то сделать приятное. На наше прохання у своєму творчому кабінеті, який буквально через декілька годин перетвориться знову на родинну їдальню, Катерина демонструє 5-хвилинний майстер-клас із створення настінного панно. Декілька штрихів, рухів, легких торкань і все. Дивовижна картина майже готова. Потрібно лише довести до кінця технічні моменти її створення. В цілому ж, в роботі, окрім штучних квітів, жінка використовує і природний матеріал, який збирає власноруч на луках навкруги селища. Фарбує лише натуральними фарбниками, використовуючи листя, суховіття тощо. Але улюбленою квіткою, попри все, залишається орхідея. Прекрасна, дивовижна, неповторна. Я дуже люблю орхідею. І ви знаєте, орхідея дуже користується популярністю. Очень пользуются популярностью. Вот когда я спрашиваю, какие цветы вы любите, все мне почему-то отвечают именно орхидеи. И как-то она женственна. И это цветок для интеллигентных женщин. Вот почему-то я бы так отнесла. Для благородства, чистоты, какой-то уверенности в себе. Вот именно этот цветок я стараюсь ставить в своей композиции. Потому что сегодня мое окружение – это женщины, которые состоялись, которые уже что-то сделали на этой семье, на земле. Это хорошие матери, это хорошие жены. Это женщины, которые умеют делать уют и красоту. И поэтому я їх наділяю таким цвітком. Окрім родинного затишку, ця жінка займається і активним громадським життям. Її, як мешканку Відьополя, турбують питання наведення чистоти, краси селища, благоустрою та взаємодопомоги потребуючим. Нині, наприклад, Катерина Петрівна мріє про організацію ярмарку, де можна було б презентувати та реалізовувати роботи наших майстринь з вишивки, декоративної флористики, пекарства, інших різних робіт з прикладного мистецтва. Але поки що це мрії,
а реалії такі, що навіть рідна вулиця Калініна, де проживає майстриня, потребує особливої до себе уваги. Чи під силу звичайній жінці щось змінити? Мені хочеться благоустроїти цю вулицю, мені хочеться озеленити цю вулицю, мені хочеться відремонтувати тротуари, щоб діти, які йдуть в школу по вулицям, щоб вони не спотикалися об ці ветки, які торчать, щоб діти не йшли по дорогам, убрати мусор. Ну, по крайней мере, этого бы хотелось бы сделать. И сегодня действительно, когда у нас есть фирма, когда у нас есть техника, может, мы даже и подумаем над этим вопросом, обратимся в поселковую раду, и, может быть, нам разрешат это сделать. По крайней мере, такая мотивация есть. Мы хотим это сделать. Мы – это кто? Я и муж. Это уже сила. Да, то есть наша семья. Да, я это всегда, ну, как бы говорила, и он человек, который готов меня поддержать. Что бы я еще хотела сделать в поселке? Я бы хотела бы создать общественную организацию, которая бы интенсивно работала, которая бы действительно бы работала на помощь для детей-сирот. Мне очень бы хотелось бы помогать пожилым людям в решении каких-то вопросов. Да, я сегодня нахожусь в общественной организации «Женки Овидиопольщины», но на сегодняшний день я не вижу активной работы этой организации. Я бы хотела возобновить работу общественной организации «Женки Овидиопольщины», потому что, знаете, вся наша жизнь состоит из мелочей. И мне хочется, чтобы как-то каждый день он был прожит интересно, прожит для людей, чтобы что-то организовывалось, что-то делалось. Як ті величеві гори, що складаються з чисельної кількості різних камінців, так і багатогранний світ нашої героїні вміщає в собі різні аспекти активного сьогодення. Творчі люди є особливою кастою, але ж все їхнє натхнення, фантазія, вміння є частково даром Божим, а частково результатом неймовірного освітнього процесу у напрямку самореалізації, щоденної праці, власного накопичування багажу знань. Жити повноцінно, красиво, духовно і щедро дано не кожному з нас у цьому великому світі. Але ж кому випадає таке щастя, то його внутрішній світ стає більш багатшим на емоції, людські відносини, стосунки, інтелектуальні задоволення та розвиток творчого потенціалу.